как приятно с вами познакомиться. Я ваш новый... Thank you.
Отлично. Слишком просто. Все в порядке? Ты как? Проснись и пой. Мне уже стало страшно, что они спалили тебе мозги, если не хуже. Голова болит, да? Не бойся, скоро пройдет. Не знаю, будет ли это тогда важно, но пройдет. Тебя они точно полюбили. Мне-то хоть одежду оставили, а у тебя, похоже, отобрали все вообще. Да? Тогда просыпайся, наконец, потому что меня достало тут торчать. Извини, детка, но это по-настоящему. Мы оба тут застряли. Ты все неверно толкуешь, детка. Ты тут со мной, и это мой райский уголок, а не твой. Неудачное время для шуток, наверное. Слушай, я не знаю, зачем нас посадили вместе. Может, это опять какой-то эксперимент. Хотя, конечно, их об этом не спросишь. Ну, вообще-то, меня зовут Сома. А остальное значение не имеет. Мы все равно тут застряли. А я откуда знаю? Я не понимаю, что они лопочут. И не помню половины того, что со мной делали. Хотя это, наверное, и к лучшему. Я знаю, что мы тут не одни. Нас таких еще до черта. Они постоянно тащат новичков. Иногда их возвращают, иногда нет. В любом случае, я не хочу знать, что с ними там делают. Я тут уже довольно давно, но у меня так и не вышло. Черт, ты слышишь? Вот опять! Быстрее к стене! Это было не за
Нам нужно выбираться отсюда. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что отсюда надо срочно драпать. Как, неужели тебе никогда не доводилось видеть, чтобы огромная стальная лапа хватала человека и волокла черт знает куда? Я не знаю, куда они его забрали. И не хочу здесь задерживаться, чтобы выяснить. Нам надо сваливать отсюда, детка. Немедленно. А, ладно. Давай выбираться отсюда. Легкого пути наружу нет, уж поверь, я знаю. Даже не могу ничего вскрыть и посмотреть, как дверь запирается. Думаю, надо им спасибо сказать за то, что посадили нас вместе. Этим пользоваться надо. Друзья? Кто тут вообще говорит о друзьях? Ты неправильно смотришь на вещи, малышка. Потому что если ты собираешься мне помогать, тебе придется потрудиться как следует. Нас обоих ждет много работы, если мы хотим вырулить отсюда. Мы им нужны живыми. Зачем-то. Не знаю зачем, но суть в том, что убить друг друга они нам не дадут. Поэтому мы сделаем вот что. Обменяемся парой тумаков для вида, а как только они войдут, набросимся на них и сбежим. Лично я ничего больше не могу. И пока не вижу, чтобы у тебя были какие-то гениальные идеи, мисс Зазнайка. Издеваешься? Детка, все давно обыскано, уж поверь. Из этой мышеловки выхода нет. Хочешь удовлетворить свое любопытство? Ради бога, давай. Потычься носом по углам, может, что-то найдешь. Нам нужно выбираться отсюда. Дай я угадаю. Ты не можешь найти выход. Правильно? Хорошо. Я легонько. Ты не слишком пострадаешь, а? И будь наготове. Как только они за нами придут, выруби их. Это у вас называется драться? Ударь меня! Ну, ударь меня! И пошли. Кто знает, как скоро они вышлют за нами погоню. Порежи! Черт! Приветик!
Слушай, можешь выпустить меня отсюда? Что это еще такое? И что нам с ним делать? Это надо отключить, чтобы открыть дверь. Не то, чтобы выключить. Скорее, взорвать. Если отключить охлаждение, мотор перегреется и рванет. Так что поаккуратнее, ага. Спасибо. Ты собираешься бежать? Хочешь посмотреть, что тут еще есть? Тут много интересного. Могу показать, если хочешь. Здорово! Здорово! Такая была хорошая мысль. Обвела на тебя вокруг пальца, да? Слушай, это, конечно, здорово, что мы еще живы, но давай отпразднуем потом. Например, когда совсем отсюда выберемся. Вот видишь? Я же говорю, что смогу помочь. Конечно! Я люблю все исследовать. Мне уже надоело тут торчать. Только нужно быть осторожными. Они разозлятся, что мы вышли. Но это ничего. Я знаю путь через правяки. Нам нужно в большой машинный зал, а потом я покажу остальной корабль. Пошли! Конечно! Нам нужно добраться до здоровенного двигателя. Оттуда можно попасть наверх корабля. Там находится их главный. Мне всего пару раз удалось его увидеть. Он очень гадкий. Я думаю, тебе придется его убить, да? У меня нет семьи. Мама с папой умерли еще раньше, чем я здесь оказалась. Знаешь, еще когда бомбы стали падать. Вот сразу после этого. А потом мы с сестрой оказались здесь. Но мы уже очень давно с ней не виделись. Да, я тут долго торчу. Очень долго. Иногда я выбираюсь из камеры и иду гулять. Почти весь корабль уже обошла. Очень классно, но потом меня ловят и засаживают обратно. Thank you.
тут пока. Они опять идут сюда. Они наверняка уже нас ищут. Я могу проскользнуть мимо по вентиляции, но тебе туда не пролезть. Придется найти другой путь. Что? Правда? Мне дадут гранату? Супер! Ясно. Минутку, я прокрадусь к ним сзади. Thank you.
тут пока. Они опять тут сюда. Тише! Нельзя, чтобы они нас услышали. Они наверняка уже нас ищут. Но я могу помочь. А ведь я тоже могу для тебя это сделать. Я просто хочу помочь. Этих двоих я не заметила. Но там слева есть дверь, я могу ее открыть. Попробуй пойти туда. Прости. Мне надо как-то их отвлечь.
Когда услышишь шум, беги налево, хорошо? Там на столе трубки с липучкой. Пришельцы их использовали. Для починки оружия и всего прочего, думаю, тебе это пригодится. Они тебя не тронут. Главное, их тоже не трогай. Хорошо? Незачем их убежать. Эта шахта ведет в другую сторону, так что на какое-то время мы расстанемся. Не бойся, я догоню. Thank you.